Я думаю, что самая основная ошибка – это неумение сегментировать рынок. То есть неумение не рынок сегментировать, а свой непосредственно свою услугу или товар, или какой-то свой проект. Да? То есть не нужно продавать всем, нужно продавать только своей аудитории. И это почти никто не понимает. То есть они видят, как там, не знаю, в Dixie все покупают, да? А вы не Dixie, вам надо как бы выбрать определенную аудиторию. И это не просто деление между мальчиками и девочками, или там мне нужна там покупающая аудитория с деньгами, да, там от 25. Нет, это более детально и конкретно, да, в каких пабликах они сидят, что они смотрят, что они слушают, на чем они ездят. Это все можно вытащить и узнать, нужна ли им сейчас квартира, ищут ли они там садик для детей. Это все очень сложно узнать благодаря инструментам. Я бы вот назвал это сейчас главную такую ошибку, которую мне хотелось.